Здравствуйте, всем привет. Ну что, попутешествуем по Кипру? Привет. Смотрите, какое небо, солнышко, пропускаем машины и поехали. Как ваши дела? У нас тут жарко, так хорошо, просто замечательно. Привет, привет. Здесь всегда такое небо. Не слышно? Почему не слышно? А так слышно? Я здесь на Кипре вообще не укладываю волосы. Вот как высохли, так и пошла. Наверное, это хорошо. Они не портятся от утюжков, да? Прикольно тут. Обожаю Кипр. Обожаю. Вы красотка. В Москве дождь. Ого. Ой, смотрите. Какой кактус огромный просто. Офигеть. Какое декольте. Да. Здесь можно и в декольте походить. А чего нет? Море, пляж, солнце, можно декольте поносить. С правым рулем, ну, я как-то быстро привыкла, очень правильно. Как вам хорошо, спасибо. Здравствуйте, выглядите великолепно, спасибо большое. Красавица, спасибо. Очень хорошо слышно, вот так вот. Молодец. У нас град. Ничего себе. Обалдеть просто. Это какой город? А я сейчас еду в город Каракум, по-моему. Но еду в Озанкой. Балашиха, привет. Привет. Отлично, выглядите, не нужны укладки. Спасибо большое. Так что оставайтесь там. Да я с удовольствием, что вы думаете? Мне только всех всегда забрать, и смотрите, какие сосны. Сосны тоже красивые, да, здесь? Сосны, небо. Красотища прям. Эх, завидую вам белой завистью. Привет из Баку. Со скольки лет за рулем? Да почти что... С 5 класса, наверное. Мне просто папа все время с собой в машину брал и постоянно учил меня. Барнаул, привет. В Москве дождь, пасмурно. Жалко. Казахстан, привет. Спасибо. Отдыхается отлично. Мы сейчас сходили в ресторан с девочками. Смотрите, как интересно сосна растет над дорогой. Как арка. Красиво. Здесь такие сосны интересные, пушистые прям. Вот смотрите, как заправка выглядит. Я сейчас заправляла машину, говорю, мне полный бак. Он меня не понял. Говорит что-то на своем. Я вспомнила, что полный — это full. Говорю, full. Он, о, full, yeah. Короче, полный бак бензина. Здесь мне обошелся. 5 лир стоит 1 литр. Здесь мне обошелся, если на рубли перевести, где-то 3,5 тысячи рублей. Вот
здесь бензин, короче, дорогой. Потому что машинка небольшая. И, конечно, это много. Как город называется, где находитесь? Я в Азанкое нахожусь. Либерти, привет. Холод собачий. Нет, здесь вот жарко у нас прям. 34-37. Вот так вот. Башкирия, привет. Бензин, да, дорогой. Мастер-классы по готовке еды, конечно, буду снимать. Конечно, с удовольствием. Екатеринбург, привет. Я еду домой из ресторанчика. Движение, да, левое. Но я как-то привыкла моментально практически. Вон горы. Так здесь вообще движение тоже всегда такое довольно активное. Ничего себе бензинчик. Ну да. Сохраните эфир, хорошо. Ну что, что вам показать? Показать Кипр или меня? Что лучше? Привет, привет, как классно, солнце, да, солнца очень много. Привет. Привет. Я не на машине поехала, я здесь арендовала машину. Песня на турецком. Это радио просто здесь играет на турецком языке. Движение слева на Кипре. Слева море, прям совсем рядом. Посидели с девочками, отлично просто. Просто замечательно. Иванова, привет. И вы, и Кипр. Ну, давайте немного Кипра еще. Вот у нас есть сеть супермаркетов «Магнит», а здесь сеть супермаркетов «Лимар» называются они. Вот отель «Кратос», про который я вам говорила, что хороший отель. Вот отель «Кратос». Говорят, что здесь очень круто. Аренда машины на месяц у меня обошлась в 40 тысяч рублей. Солнышко увидите. Да, солнышко здесь отличное просто. Это правда. Там горы какие красивые. Сейчас я уже буду поворачивать к себе на виллу, чтобы мне не проехать. Вот здесь. Вот здесь поворачиваем. Направляйтесь на юг. Через 100 метров поверните налево, поверните налево, затем поверните налево. Поворачиваем налево, как нам сказал навигатор. Направляйтесь на запад. Здесь есть особая прелесть. Через 200 метров поверните направо. Кругом цветы и пальмы. Это очень красиво, прям очень. Так, промахнулась опять. Надо разворачивать. Поверните направо. Сейчас развернусь. Направляйтесь на юго-запад. Поверните направо. Здесь нет Яндекс.Навигатора, естественно, поэтому я пользуюсь Google Maps. Так, мне вот сюда надо. Направляйтесь на юго-запад. Поверните направо. Направляйтесь на юго-запад. Направляйтесь на юго-запад. Затем выполните разворот. Выполните разворот. Затем поверните налево. Ну вот, мы и приехали. Так. Сейчас будем заезжать на виллу.
А для того, чтобы заехать на виллу, нам нужно открыть ворота. Так что идем открывать ворота. Так. Здесь у нас так, смотрите, какие гранаты. Вот они висят. Прям при въезде в дом. Сейчас я открою ворота, и мы заедем. Кстати, гранаты тут с колючками. Я и не знала, что колючки у гранат. Так. Одну часть открыли. Сейчас вторую часть. Поехали. Так, у меня просто дома на машине управление на руле. И я каждый раз, когда сажусь на другую машину, путаю. Вот я и приехала на виллу, которую я снимаю. Но не красота, девчонки. Это же приятно. Вот вы спрашиваете порой, почему не в отеле? Ну вот потому что очень приятно приехать на свою виллу. Кайф. Кайф. Так. Красотища. Так. У вас дома красивее. Я не знаю, конечно, у нас дома красиво, но все-таки теплый климат не заменит ничто. Я очень люблю, когда жарко. Я очень люблю море, горы, а здесь это все вместе. И климат, и горе, и море. Так что вот. Бассейн обалденный. Да, согласна. Очень хороший бассейн. Прям он крутой. Мне вообще не грустно одной, мне отлично. Я со всеми разговариваю по очереди, с детьми, с мамой, с мужем. Поэтому... Стоимость виллы, ну, где-то от 15 миллионов и выше. А выше там уже... Это не блузка. Это платье. Это платье. Муж не смог поехать. Так, пойдем закроем ворота, а то еще кто-нибудь приедет. Хорошего дня, спасибо. Оливковое дерево. Смотрите, прямо оливки висят. Вот они. Кто оливки любит? Сейчас я закрою ворота и поболтаем с вами. Да, лето продолжается. Я прям вообще очень удачно приехала. У меня получилось
В этом году лето и в Москве замечательно, и плюс я тут еще продлила себе лето. Вообще просто отлично. Я здесь на месяц. На месяц. Разницы с Москвой никакой во времени нет. Такое же. Время такое же. Какая вы добрая. Спасибо большое. Дом я сама убираю. Умница красивая. Спасибо. Зачем вам такая большая вилла? Чтобы быть одной, чтобы могли детки приехать. Вы слышали про Пынзари? Утку пустили, что видели Сергея с любовницей? Я не верю в это. Я знаю, что Сережа очень Дашу любит. Покажите платье. Как я вам покажу? Ой. Вот так. Так видно? Южный Кипр тоже люблю, но северный больше. Оля, когда приедет, вообще обещала в начале октября. А там видно будет. Вы кто? А вы кто? Шикарно, спасибо большое. Красавица, спасибо большое. Хочется приехать к вам на отдыхе. Нет, я не крашусь на отдыхе. Но сейчас к девочкам ходила, чуть-чуть стрелки подвела. Ни крем, ни пудру, ничего не наносила. Бомбическое платье. Спасибо большое. Добрый день, добрый день. Платье шикарное вам идет. Спасибо. Вот интересно, Дзоев спрашивает про стринги. У мамы своей спроси. В Казахстане есть родные, да? Со скольки лет вы? Почему северный мне больше нравится? Потому что здесь природа лучше. Здесь горы и море. Волосы сухие. Да нет, я маслом вроде смазывала. Хорошо все. Красотка, спасибо большое. Может, и сухие, конечно. Одноэтажные дома. Наверное, есть. Вы курите? Нет. Сейчас 34. От вас спокойствие видит. Спасибо. Супер красавец. Спасибо. Вы говорите, что не краситесь, ресницы нарощенные. Но это же не накрашенные, а нарощенные. Есть разница. Красавец. Спасибо, Юль. За рулем, да, давно. На наши деньги сколько стоит такая вилла? Стоит, чтобы купить или арендовать? Самой не скучно, мне нет. Про вас тут не тут давление, серо голова болит. Не поняла. Ничего не поняла. Наконец-то попала. Вы на той части Кипра, которая турецкая, да? Вы теплая. Не все так говорят. С подругами хорошо посидели. Я люблю вас. Спасибо. Голос завораживает. Спасибо. Если поставят печать, не пускают. А тут не ставят печати. Где кушаете, что? Ну, в основном дома кушаю, покупаю в магазине продукты и кушаю дома. А так, ну, в кафешке, в ресторане. Вы воду упали? Нет, после душа просто. До сих пор волосы не высохли. Привет, привет, привет. Тоже хочу на месяц на Кипр. Уставшая.
Жарко. Мне очень жарко. Я сейчас пойду веер возьму. Тут что-то прямо приехала, а здесь такая жара. Фух. В ресторанчике пока сидели, там вентиляторы огромные крутятся. И там тень такая, вроде хорошо. А сюда приехала, а здесь жара прям. Хочется сразу в бассейн упасть. Ой. Так, где у меня тут? Не вижу. Я его забыла, что ли? Ну, ё-моё. Кажись, забыла. Забыла веер. Все, расстроилась. Он у меня один был. Ладно, придется идти на набережную покупать. А сейчас сезон каких фруктов? Сейчас вроде клубника начинается. Вот, лимоны. Я уже показывала же лимонное дерево. Бассейн чистят 2 раза в неделю приходят. Садовник приходит, подрезает деревья, ухаживает, поливает. И вот лимонное дерево. Смотрите, какие лимоны. Красота. Вот это лайм. Вот лайм. Тут тоже много его. Вот он лайм. А там мандаринчики. Я уже, кстати, мандарины пробовала. Еще чуть-чуть осталось. Я думаю, к концу моего отпуска они уже будут хорошие. Так, я сейчас в тенечек зайду, а то экран не видно. Мне еще, знаете, что нравится? Что здесь есть душ. На улице прям такой раз. Можно ополоснуться после бассейна всегда. Очень круто. Такая вилла. Вот такой навесик, машинка стоит. Двор. Фруктовые деревья. Бассейн. Отличный отдых. Отличный просто. А вот там горы видны. Вот видите? Там горы. 1,5 километра моря. Так что супер. Я говорю, продлились и здоровье, так как в Москве давление, серое небо, холод, голова болит. А, да. Ну, в любом случае. Просто даже набраться витаминчика D, это очень круто. Вы прелесть. Я прям отдыхаю от вашего эфира. Спасибо. Вы женщина с большой буквы. Спасибо большое. До моря 1,5 километра. Как ухаживаете за волосами? Не свои, не нарощены. У меня свои волосы не нарощены. У меня никто из детей не наращивает. Как относитесь к коррекции груди? Положительно. Сколько стоят такие виллы на месяц? Сколько человек может отдыхать? Но это надо смотреть же. Вы можете зайти на сайт Airbnb и там подобрать виллу, та, которая вам нужна. На сколько человек, на количество времени, на то, что там есть в этой вилле. Сейчас 34 градуса. Отец Ильи сейчас уже идет на поправку. Он уже все лучше и лучше, прям молодчинка. В июле вообще на Кипре жара была. Сейчас-то прям... Сейчас тут бархатный сезон. Море теплющее. Платье показать. Иногда надо уйти, согласна. Иногда нужна перезагрузка. Я только с Кипра, супер. За сколько вы сняли на месяц? А что пьете от мигрени? Обычно я сумомигрен пью. Привет, вы классно. Спасибо. Спасибо. Отдыхаете от кухни? Очень. Пошопились уже? Пока нет. Приятного отдыха. Не боитесь одна на вилле? Нет, не боюсь. Птички поют. Здесь всегда очень много птиц. Да, птички вообще красота. Согласна.
скорее, привет. Вот бы увидеть платье во весь рост. А я в нем сфотографируюсь, увидите. Что вы сейчас читаете? Я выкладывала две книги в сторис, посмотрите. В ноябре я здесь была. В ноябре здесь тоже хорошо. Павловский Посад, привет. Привет. Мы с доченькой передаем вам пламенный привет из города Новосибирск. Спасибо вам тоже. Ждем фотосессию. Конечно. Я вот сейчас встречалась с девочкой, фотографом Наташа. Ее отмечала в сторис. Мы с ней знакомы уже много лет. Вот. Договорились как раз насчет фотосессии. Даже два раза съездим. Так что будут фотографии красивые. Барнаул, привет. Вы шикарные, очень красивые. Спасибо. Бассейн покажите. Сейчас покажу. Видно? Какой нежный голос. Вы шикарная женщина. Спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте. Восхищаюсь. По-хорошему завидую. Спасибо. Вы все молодчик. Где отдыхаете? На Кипре. Сочи, привет. Германия, привет. Женщина-сказка, спасибо. У вас такой голос нежный. Кохма, привет. Омск. Чита, привет. Так, я сейчас пойду переодеваться, чтобы поплавать. Потом попозже еще выйду в прямой эфир. Пока.